Привет, друзья. Возможно, сейчас я буду путать слова местами, но это все в связи с тем, что я нахожусь реально в шоковом состоянии, потому что у меня впервые в жизни угнали автомобиль. Ребят, вот на этом месте стоял Мустанг. Он стоял тут уже, конечно, долго, всю зиму, но это был не повод, чтобы его украсть, потому что я его навещал периодически. Вот ровно неделю назад я был здесь и смотрел, что с ним происходило. Поэтому я думаю, что его угнали дня 2-3 назад, потому что следы свежие. Он стоял на спущенных колесах, он не заводился, потому что, во-первых, там сдохший аккумулятор, там я не знаю, что было с двигателем, проблема. И если его угнали, то только на эвакуаторе. Поэтому, друзья, мне очень нужна ваша помощь. Обязательно вот посмотрите, как он выглядит. У него две огромные белые полоски по кузову. Это очень приметный автомобиль. Если вы его один раз увидите, вы в любом случае не забудете, как он выглядит. Поэтому скиньте это видео своим друзьям, я не знаю, покажите ее у кого-нибудь. Потому что я думаю, что такую тачку реально возможно заметить и возможно найти своими силами. Поэтому я и записываю это видео. Какие еще у него были приметы? У него стояли большие разварки на переднем колесе. Это черный автомобиль с белыми полосками. Что еще было? Но это Мустанг в целом, то есть такая тачка, она одна в городе была, поэтому ей, зачем ее украли, я не понимаю, ее продать, но это бессмысленно, документы все у меня, что, это просто полный бред, я реально не понимаю, зачем это им нужно, этим ворам, скорее всего, это украли какие-то гопники, школьники, безбашенные какие-то, я не знаю, потому что это просто полный бред, на эту тачку были огромные планы, я ее потратил, у меня до сих пор висит за нее кредит, и будет обидно, если она вот так вот просто пропадет, просто из-за того, что ее кто-то решил украсть, потому что она стояла тут всю зиму. Это полный бред, друзья, мне очень нужна ваша помощь. Я не знаю, что сказать. Все, вот вы все видели, скиньте, помогите мне, реально, это впервые в жизни у меня такая ситуация. Реально, я сейчас нахожусь в состоянии, пиздец, безысходности, серьезно, просто безысходности. Звонить в полицию, окей, я позвоню. Что еще делать? Мне остается только просить помощи у вас, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, скинули, и, возможно, где-то сами походили, его нашли. Все, я не знаю, что еще сказать. Это просто полная жесть.